Добрый день. Добрый день. Вас зовут? Людмила. Мы проводим опрос. Сейчас в соседней России стало модно говорить о притеснении русских, там в Казахстане обижают русских. Ну, я такое слышала, но я отношусь к этому так, что это неправда. Потому что у меня... Как живется русским в Казахстане? Прекрасно. Я училась в институте медицинском. У меня подруга казашка. Вот мы с ней дружим уже с 79-го года. Прекрасные отношения. Моя мама дружила. Правда, вот сейчас нет моей мамы, но она дружила всю жизнь тоже с Даригой. Вот. И я считаю, что у нас очень хорошие отношения здесь. Не только казахов с русскими, но и с другими национальностями, и с евреями, и с корейцами. Я считаю, что Казахстан – это как раз такая страна, я это говорю искренне и от всей души, где людям очень хорошо. Вы самая русская, да? Я русская, да. И я никогда отсюда не уеду. И мои дети, тот сын тоже здесь живет, и он тоже никуда не хочет уезжать. У него тоже друг Нурлан. Вот, поэтому у меня, кстати, сестра родная, у нее фамилия Аймишева. Вот, и ее дочка записалась казашкой. Да? И я как могу немного учу вот, ну, для того, чтобы работать казахский язык. Ну, по языковым вот, принципам у нас никто здесь никого не притесняет.